контроль этого эскиза выступает макет. Тот, что находится сейчас от меня в нижней северной галерее. Только там, внизу, может продемонстрировать нам все. Более поздний верх собора управляет этот храм, имеется движение стрелей. Одно существенное отличие этого храма в сравнении с тем макетом. Тот же макет, короче, показывает, что участнику конкурса нужно было придерживаться определенных целей. Наиболее важным из них был тот, которым наблюдает, если есть у нас для того деньги или нет. Сегодня порядка 5000 лампочек. Он с самого начала собора был электрифицирован. Ему еще слабо. Проведена отбитная система. Здесь она располагала до 3 яруса, того ближайшего к нам балкона. С алтарной стороны, вниз собора, стояла огромная арка. До сих пор есть еще элемент интерьера,